Президент России Владимир Путин наградил бывшего главу российского нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Аликперова орденом за заслуги перед Отечеством первой степени. Награда присвоена за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу. Вагит Аликперов родился 1 сентября 1950 года в Баку. В 1974 году окончил Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности. С 1990 по 1991 год занимал должности заместителя первого заместителя министра нефтяной и газовой промышленности СССР. Аликперов возглавлял компанию «Лукойл» с момента ее основания в 1993 году.